Красная шапка, просыпайся. Выпустили, да? Да, выпустили. Это что? Майот. Майот? Да сейчас в отеле будет майот. Красный. Тяжелые такие вообще. Ну-ка, покажись. Вообще, под ногти. Да, давай, берем. Пока не влепим. Ну как, нормально? Класс вообще, ты такой, берем? Ты такой крутяшный. Берем? Берем. Продолжаем тестировать кафе аэропорта Внуково. Сегодня идем в Heroes Burger. Он остался один. Остальное все мы посетили. Или в бизнес пойдем? Я думала, один бургер остался. В бизнес идем? Нет, идем в бургер. Хорошо, в бизнес идем в Heroes. Мы уже идем этот бургер кушать года два. И хорошо, никак не попробуем. Сегодня идем в Heroes Burger. Где? Слушай, еще будет минут 10 готовиться, потому что там мясо, походу. А кто это у тебя там? А? Где? Вон. Не, я, конечно, все понимаю, но когда картинка так сильно отличается от оригинала, вот, то это, конечно, слишком. Вот черный красивый. За такие бабки он как минимум должен быть в два раза больше. У тебя красивый, ничего тогда, красивый. Что думаешь, за эти бабки он волшебно вкусный? Я думаю, нет. Попробуй. Вкусный? Реально вкусный. Но маленький. Ну маленький. Слушай, ну у тебя он красивый такой. Сочный. Да. Что, резюме такое? Вкусно, реально вкусно. Дороговато, конечно, но прям и один, и другой бургер великолепный. Такие-то 41 размер. Смотри, палец свежий, ярко. Что-то они, значит, не по размеру. Ну, потому что, помнишь, те были, они немножко маломерки. Были 38? Да, они пятка достигли. И все равно вернулись в шоколадницу хоть кофе попить. Да? Да. По-моему, здесь что-то новое открылось, но это бар. Вот еще одно кафе, но оно какое-то пластмассовое, все. Занимай места получше. Хорошо. Номер 2012. Отель Gloria Serenity. Номер Лагуна. Отель после капитального ремонта. Все управление электронное по системе «Умный дом». При входе направо сразу ванная комната вот с таким огромным душем. Великолепный просто. Душ обычный, душ тропический.
такая полочка для принадлежностей. Все очень удобно. Здесь туалет. Такие вот халатики. Вообще, ванная очень такая просторная. Увеличительное зеркало, обычное зеркало. Мыло в диспенсере. Косметические принадлежности в Булгари. Это приятно. Зубные щетки, все остальное есть. Сейчас посмотрим, что здесь. И большой фен. Внизу у нас тапочки и весы. И полотенце. При выходе из ванной сразу шкаф большой. В шкафу сейф. Электронный тоже, вот нажимаете, загорается и вводите код. Много вешалок, но шкафчик маленький, я не знаю, здесь только можно рубашки какие-то маленькие повесить. И обувные принадлежности. Узенький шкафчик длинный, тоже вешалки. И еще один шкаф с ящиками, тоже вешалки, дополнительная подушка. Печально, но мы не обнаружили обещанного отпаривателя. Сейчас узнаем, есть ли он вообще. Барный уголок. Вино. Приветственное яблочко. Капсулы для кофемашины. Кофемашина. Сейчас увидите, как работает. Вот обратите внимание, здесь нет чайника, но кипяток можно с кофемашины просто налить. Это приятно. Внизу мини-бар. Ну, мини-бар здесь на пятерочку однозначно. Есть бутылочка водки, бутылочка джина, бутылочка виски. Какие-то шоколадки рядом маленькие. Два сорта пива, Эфес и Миллер. Водичка, минералка, Швепс. Вода вся в стекле, это приятно очень. Водичка с газом. Ну, здесь обычно кола, фанта. Там какой-то еще напиток интересный. А, это холодный кофе. О, прикольно, первый раз такое встречаем. Плюс. Здесь какие-то снеки находятся. Что-то, по-моему, не пополнено. Чай вот этот очень хороший. Вот этих квадратных штучках, это дорогой. Ну и какие-то тут резинки жевательные. Так, дальше. Кровать нам не сдвинули, но сказали, сейчас этот вопрос поправят. Но могли бы сделать это сразу, я не знаю, зачем застилать, если едут двое. Мы предупреждали. Дальше такая гостиная зона. Зона отдыха. Площадь номера 39 квадратных метров. Такая приятная вещь, как зеркало возле кровати. И опять же здесь зеркало, и в нем телевизор. Мы его никогда не смотрим, но зеркало это, конечно, круто. Вот система «Умный дом». Все управление отсюда. Шторы руками лучше не раздвигать. Раздвигать только с пульта. Ну, отсюда, в смысле, с телефона. У нас один раз в Калинине ночью эта система зависла. Мы не могли погасить свет. У нас там что-то как-то дул кондиционер. В общем, пришлось ночью звонить, чтобы пришел электрик, перезагрузил систему. Открыл шкаф там, вырубил рубильник, включил заново, все заработало. Так что этот умный дом, это еще такая штука.
Тут везде вот электронное управление. Рядом с кроватями розетки есть. Вот управление кондиционером. Тоже ящичек дополнительный. Там нитки, иголки. С этой стороны тоже розетка есть. Розетки вот возле столика. Удобно. Тихо, конечно, здесь так. Интересно. Это ты зря сказал. Это Лиля. Зря сказал, да? Да, тут ужас. А что здесь ужас? Ну, короче, лагуна так себе здесь, как мы решили. Потому что вот перед нами детская площадка находится. И справа вот ресторан. Это, конечно, шум вилок там, всего такого. Красиво, без вопросов. Но как бы тут такого, что релакс, вряд ли. Ну, в общем, номером мы довольны так, на 4. Потому что недочеты есть. Мы рассчитывали, что в этом отеле будет ассистент, его нету. Посмотрим, как все пойдет дальше. Все, конечно, снимем, что положено. Завтрак, обед, ужин. Посмотрим, как здесь с сервисом. Ну, пока вот не особо, скажем так. Потому что, ну, во-первых, кровать 2 штуки вместо одной. Хотя они знали, что мы вдвоем. И предупредить уборщиков они обязаны были просто. Одно скажу, что пока мы на 100% довольны питанием, потому что мы уже сходили на завтрак. Дима, ну как у тебя первые впечатления? С едой здесь, конечно, все в порядке. Как дальше? Посмотрим. Даже очень. Ты с утра уже и корочку кушаешь? Да. Мороженое даже есть на завтрак, это большой плюс. Да, не везде это бывает. Не везде бывает мороженое, да, на завтрак. Везде, не везде. Хорошо, выбор прекрасный. Давай, приятного аппетита. Все, подписывайтесь на канал. Покажем вам этот отель и расскажем, как здесь все на самом деле. Потому что видео по нему нет, только одно. Но они что-то там так расхвалили, что я даже повелся на это. Ну, не знаю, может быть, наше впечатление со временем изменится. Вот, конечно, коврик вот этот, как будто из прошлой жизни, это вообще просто. Сразу видно, что он здесь лежит с 2007 года. Недоработан у вас, недоработан. Ладно. Спасибо, что позвонили, да, до свидания. Вот так. Что? Вот, нам поправили кроватку. Сделали одну. Пришли, а тут все начало меняться в лучшую сторону. Даже уже приятно становится. Ну вот, совсем другое дело. Уже и сумочка появилась. Вот, все прекрасно. Ну почему нельзя сразу это все сделать, чтобы было все прямо вот идеально? Прям тишина такая. Сверчки поют. Или цикады. Интересно. Кое-кто еще спит. Ты что, не спишь? Я полчаса снимал, если не 40 минут. Пошли завтракать. В ресторане. У меня есть доказательства. Вот эта штучка, она тоже сладкая. Вкусная, да. Как будто, знаешь, короче, вкусная. Да, это что-то типа помадки. Вкусная. Губной? Губной не знаю. Я не поняла, почему на твоей кровати, а на моей? Тебе завтра. Я подвинуваю вот туда, хотя бы на середину вообще просто. Лап, ты что-то ж сердце. Ты думал, заяц. Корзинки кто-то лежит. Кто там еще лежит в корзинке? Вот корзинка, вот да. Там кто-то лежит. Где? А, там цветы лежат. Да. Ромашки. Ромашки. Взяли ромашки. Ромашки.
спит или нет. Заглянем потихоньку через балкон. Проснулась. С добрым утром. Хотел место занять. Даже не заходи. Не успел. Забыли пару слов сказать о белье. Белье здесь просто великолепное. Лиля говорит, подушки вообще все класс, матрас очень хороший. Единственное, что нам очень странно, уже 4 дня или 5 уже не меняют белье. Оно, конечно, не грязное, но просто сам факт. Вот, ребят, смотрите, такая фишка умного дома. Вы спите, допустим, темно, хотите встать там в туалет или в ванну. Запускайте ноги там с кровати. И загорайтесь. Прикольно. Так проходите мимо. Хоп. Загорается подсветка. Интересно. Вообще эта система, вот безумный дом этот, она прикольная. Нужно просто потратить 5 минут и разобраться. Вот в каждом месте вот эти выключатели, они разные. В ванной есть 3 позиции света. Ночное, поярче и такой слабенький свет. Очень прикольно. Возле кровати вот более полная такая штука, что нужно подразобраться, и можно управлять практически всем. Вот возле столика, возле окна можно управлять шторами и светом на террасе или балконе. Ну и самое полное управление, это вот на телефоне. Здесь можно управлять полностью номером, раздвигать шторы, все остальное, управлять кондиционером и так далее. Очень удобное, да, показывать температуру в комнате. Покажи, как шторы открываются. Прикольно, очень удобно. Я все работает. Я все мешаюсь. Вечно ты торопишься. Вот идем теперь обратно за тапочками. Закрыл балкон. Ты торопил меня. Ты меня торопил. Я вообще мирно ел пирожное. Какое пирожное? Мое? Какое было, там такое и ел. Ты мое пирожное съел? А что? Ну ты знаешь, ты же не любишь такие, как мы только недавно завтракали. Мне было вкусно, я съел пирожное. Скотч. Пока ты работаешь. Да, вот так ты работаешь, тебе скучно от твоей работы. Я вот не знаю, сколько в общей сложности часов отработал. Сколько? В отпуске. Сколько? Много. Много? Что ты такой важный идешь? Я и есть важный. Ты и есть важный? Что? Можно я тебе сделаю подарок? Кого, курочку? Готовить. Я думал, это дракон. Ты же Дайнерис Таргариен. Тебе. Ну, и все? Может, ты разденешься? Я устала. Ну вот, так всегда. Лиль, ты оделась? Да. А в зеркало посмотрелась? А покрутилась? Покрутилась. Ладно, пошли. Ой. Что покрутилась уже перед зеркалом? Это не зеркало, ладно. Пойдем. Пошли. Выходи. Иди сюда. Выходи. Иди. Куда собралась? Куда? И...
Понравился нам ресторан этот. Очень. А на улице или здесь? Как скажешь.